Ну ты чё? Находимся, друзья, в Лиссабоне. В красивом месте. На красивой площади. Название которой мы не знаем. Смотри, как несет пакет на голове. Притом руками не поддерживает. А вот сейчас подержал. Видела, как она этот мешок этот несла на свою голову? Как будто в Индии находится. Огромный какой-то этот. Ну, в Африке, да-да. Безлюдненько сегодня. Красивая площадь такая. Людей нету. Только студенты влюбленные. Что? Что случилось? Там камень. Там банк португальский. Португальский банк? Это. Пойдем. Так, нам надо на в какую правую же сторону получается? По какой? Ну пойдем, если по той лучше, разницы нет. Нам главное до цели дойти. До цели. А здесь уже шахматная плитка у них пошла. Хоть какое-то разнообразие здесь произошло. Не-не, самое интересное не то, что шахматы. Та же самая, просто чуть увеличили размер. Роттердам. Нет, это там в Португалии. Он впереди который? А это не тот, который мы видели? Или не может быть он здесь? Возможно. Хотя тот же был белого цвета, нет? Не помню. Тот белый был. Этот типа красный, кирпичный. Или такое отражение сейчас. Ага, сейчас посмотрим, что за племена у нас тут выступают сегодня. Демонстрация, да? Ну, как обычно, куда мы еще можем попасть? Вот там музыкальный. Вот, смотри, красиво повесили, Антон. Машина. Слушай, мы уже на этой площади же, да? Да. То есть мы пришли до этого, до океана, ну не до океана, до площади этой пришли, так же? А, да, да, да. Там бы себе демонстрацию пропустим. Какая-то демонстрация с танцами. Так. А, это может быть демонстрация, потому что просто показывают. Не знаю. Друзья, демонстрации здесь проходят, поэтому что мы сейчас увидим, неизвестно. Но, возможно, это просто музыкальное выступление. А возможно, и на самом деле какой-то митинг, потому что здесь творятся сейчас, развиваются события, повышают налоги. Урезают зарплаты. Представление хоть показывает. О, историческое при том представление. Смотри, ничего себе. Это уже интересно. Сейчас понаблюдаем за португальскими народными танцами. Так, сумку свою держи, карманы держи. Я думаю, сейчас будет еще.
такая вот португальская зажигательная лезгинка. У нее в руках вот эти штуки, которые... Кастанеты. Кастанеты, да, называются? Не знаю, как называют, но в руках. Да? Раздумывают они, что следующее установить. А, детей решили потянуть. Задействовать. Кинотеатр погорел, так и пойдем. Да-да. Пойдем дальше. Как тебе? Португальские танцы. Да-да-да. Не, нормальный движняк создали. Главное эти притопы делать правильно. И главное, чтобы они были жесткими такими, четкими, агрессивно-массивными. Так, друзья, продолжаем наши прогулочки по Лиссабону. Сейчас находимся в центре этого города. Так, если мы в эту сторону отошли, это получается, мы не туда чуть-чуть сейчас идем. Нам же туда надо, не? Океан, да. Где находится у нас? Там? Океан там, да. А, нет, все правильно, мы идем. Это вот мы сейчас в этой арке находимся. Все правильно тогда. Может быть, там. Да, можно так пойти, а можно... Нет, все правильно ты говоришь, да, вот так надо пойти. Так, друзья, покидаем это местечко. Это тут главная триумфальная арка в городе Лиссабон. Часы на ней не работают. Или уже работают? Не работает же?
Ну да, не работают. Ну, по крайней мере, они не работали. Сейчас, видать, тоже они не работают. О, там новые пошли. Такие вот праздники здесь проходят. Кроме этих праздников, как уже говорил, здесь и митинги проходят, и демонстрации, и протесты. Также вот эти выступления, потом другие, здесь очень много других оркестров, других этих выступает, как симфонических, так и популярных, то есть современных. В общем, такая португальская жизнь идет. Здесь у нас продавцы гашиша и марихуаны, и разной другой наркоты в этом районе. Уже вижу их, как они сзади смотрят и сейчас будут подходить. Что ж, мы пойдем дальше. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Находимся в Лиссабоне.